Всем доброго времени суток. Не удержался я все-таки, чтобы не снять вот третью серию сегодня. 10 этого, как его, октября 2018 года. Уже собирался идти, можно сказать, к машине. И вот на границе с молодым таким лесом. Вот лес молодой, полянка тут. А здесь старый такой был, это спилили березник. И вот шел буквально на этом участочку, так вот крутанулся, нашел я три белых, кучу мухоморов. Это под березой, я их не беру. Скажу почему. Потому что вот такие под шляпкой рыжие пятнышки, точки, это там яйца лежат, личинки мух. Нашел я вот здесь только что масленники, масляки три штуки и белые грибки такие вот. Такой вот грибок и вот три грибка. Также мухоморов тут хороших нашел на этой полянке. И вот еще стал возвращаться обратно, только уже по поляне чистой. И нашел вон. В центре кадра видно. Офигенный красивый белый гриб. Потому-то я и решил продолжение снимать. Может, здесь еще что найдем на этой границе. Походу грибы растут где по это. Солнце хорошо прогревает. Так как я в этом году, можно сказать, только второй день вышел толком на грибы. О, да здесь он и не один, а вот два издалека. Один этот большой взял, а здесь под ним еще один. Походу грибы в этом году растут на прогреваемых территориях. Ай, конечно, червивый. Отрежем это мясистое тело. Червяки видно. Ну, заберем. Может, шляпка чисто будет. Это поменьше грибок. Тоже отпилю ему ножку. О, этот чистый. Можно было аккуратно так вот соскребти от шляпки к низу песочек. Ладно, не буду его мучить, положу. Пойдем дальше искать на этой территории. Аж немного я оттуда так вот шел этим лесом. Пройду сейчас немного по этой полянке. И потом по этой же полянке пойдем туда. Раз здесь грибы встречаются, надо поискать. Можно сказать, на месте вот 5 штук нашел. Просто шел по этому березнику так. На полянку не выходил. И здесь на одном месте 5 грибочков повстречалось. Такого мухомора не пропустим. Тоже заберем. Уже и мухоморов нормально, так и грибов. Немного назбиралось. Вот эту границу пройду. Поляны с леском. Вот. Следы. Жизнь лося. Ну, эту сторону не видно, чтоб что-то так росло. Вон мухоморы. Видно полянка. И вон мухоморы. Там, где мухоморы, там и белые обычно встречаются. Неплохие. О, мухоморы, красавцы. Это я не буду брать закрытого. Будем брать. Открытые пускай растут. Берем вот такие вот мухоморчики.
не распущены. Это тоже заберу, он мясистый, тяжелый. Прилично мухомора напилил. Песок пообдувал. С этой стороны беленьких не видать. Идем обратно туда, в сторону Березничка. На границу со старым лесом. Если там уже повстречались грибы беленькие, то должны быть еще. Обычно они в таких местах полосами растут. Или полянки, вот лесок такой, да? Тут грибы, сосенки небольшие. Интересная вот поляна круглая. Это вроде толокнянка называется растение. На сухих местах таких вот любят расти растения. И похоже на брусничник такая. Ну, рвать не буду. Ковром красивым таким. Есть диаметр метра, наверное, 4. Ну, овалом, блин. Ладно, пойдем. Здесь вот искать. Беленькие. Мухомора уже насобирал. Думаю, будет достаточно. Так, здесь я уже был. Вот отсюда можно идти дальше. Смотреть по сторонам. Полянка тоже с мухоморочками такими красивыми. Уже, наверное, хватит мухомора. Пойдем собирать грибы, пригодные для еды. Так, не спеша, будем ходить. В таких лиственных местах, в лесках, надо глядеть внимательно. То, что они ховаются под листами. Вышел я на дорогу лесную. Вот. Здесь видно, мусора понабросали. Не, ну все-таки я мимо таких не пройду. Красавцы. Потяжелело уже ведро. Это 20-литровое такое. Половину насобирали.
мухоморы, грибы, все вместе. Я-то там приложу так перчатки, чтобы не соприкасались особо. С просека пошла вниз в болото. Пойду на ту сторону дорожки, по склону там пройду. С бугра должна была вода сбегать. Здесь бегает вода, там и споры с водой грибные. И она кто-то задерживается уже к низу. То должны грибы быть. Там мухомора сбил. Ладно, на этом будем уже заканчивать. Третья серия у нас будет такая небольшая, коротенькая. Здесь вот у нас проходит лесная дорожка, она к машине туда ведет, наверное, с километр так. Пойду уже к машине, да поеду домой, если мои все пришли.
Так что все. Всем удачи. Спасибо за просмотр. До свидания.